вот вешалка готова, смотрите, лакирована. Сзади я сделал зацепы такие, вешать ее на большие шурупы. Когти из сучков, сучковатые когти. И лапа, вешалка типа. Можно было продолжение, если бы дерево было, такую лапу забасать вниз, уходящую. И нарисовать собачину какую-нибудь. Или львенка, тигренка, пофигенка. Короче, все, вот она. Готовое изделие. Всем привет.